Айенгар – йога дипика, йога нидрасана. От слова нидра – сон. Йога нидра – состояние между сном и бодрствованием. Так называется и сон бога Вишну в конце великого мирового периода – юги. В этой позе ноги скрещиваются за шеей, а кисти сцепляются за спиной, опущенной на пол. Ноги служат йогу подушкой, а спина ложем. Выполнение этой позы очень быстро разогревает тело, поэтому йоги, живущие высоко над уровнем моря, прибегают к ней, чтобы согреться. Эффект. В этой позе позвоночник полностью растягивается вперед, что вызывает приятное ощущение в спине. Это один из лучших наклонов вперед. Даже максимальное растяжение в пащиматанасане не даст такого ощущения правильного выполненного упражнения покоя, как безошибочная практика йога-нидрасаны. При выполнении наклонов назад легкие мышцы живота получают максимальное растяжение. В этой позе и легкие мышцы живота максимально сокращены. Выполнение этой позы очень скоро тонизирует почки, печень, селезенку, кишечник, желчный пузырь, предстательную железу и мочевой пузырь. Постоянная практика этой асаны избавляет органы брюшной полости от болезней. Она также хорошо действует на половые железы, высвобождая энергию жизненной силы. Нервы получают отдых, в организме накапливается энергия, улучшающая мышление и повышающая работоспособность.